друзья, ну давайте приступим к следующему обзору. Устройство называется iFound. Здесь маркировка, это нам китайцы отправляли вот с этим номером. Так, ого, как все красиво внутри. Все аккуратненько. На первый взгляд это устройство чем-то напоминает футляр под помады, да, но он гораздо больше. Здесь вот проводочек, который можно коннектиться к устройству. Так, итак, давайте посмотрим на эту помаду, как она открывается. Ха. Да, вот видите, здесь мини-USB вход, здесь кнопочка, фонарик, что-то он не работает. Или я не знаю, как включить. Вот показывает уровень заряда. Вот такая вот интересная штука. Сколько же здесь... Так. Сейчас мы глянем. Устройство весом 80 грамм. Размер его 103 миллиметра, да, на 19,6 на 19,6. Так, а где же уровень? Дети, мили. Микро-USB. Так, где, блин. Не помню я, сколько. А, 2500 миллиампер часов. Ну, в принципе, один-два раза можно, ну, один раз точно можно зарядить телефон. Легкий, прикольный, ну, чё. Вот такая вот еще один. Фактура у него интересная. Ну, прикольно, интересно. Интересная помада. Всем спасибо. Ждите новых обзоров. Пока.